Сенатор Анастасия Жукова провела прием граждан в Анадыре и Гвикиноте. Основные обращения от жителей касались жилищных проблем, в том числе связанных с переездом из небольших населенных пунктов в районный центр. Поступил сигнал из села Ванкарем, где имеются нарекания к работе местного почтового отделения, организации подвоза воды в межсезонье и качеству сотовой связи. В ходе приема жителям были даны правовые консультации, связанные с постановкой домов на капитальный ремонт, улучшение жилищных условий и защитой прав инвалидов. 28 июля сенатор Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Анастасия Жукова и Анна Отки провели прием граждан в Анадыре на базе региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия». Экспертом по правовым вопросам в ходе приема выступил начальник аппарата уполномоченного по правам человека в Чукотском автономном округе Вера Кольцук. Обратившимся были даны разъяснения по вопросам пенсионного законодательства, в частности финансирования проезда пенсионеров к месту отдыха с учетом перемещения на различных видах транспорта, а также по нюансам жилищного законодательства.